Денис Лопатев, тренер сборной России. Денис, расскажи немножко про ход поединка против Мексики. Ну, началось все для нас на этом турнире опять с поражения. В принципе, мы чуть-чуть, футболисты не выполнили установку. Установка была забрать мяч, но забрать мяч у нас не получилось. Мексика очень сильный соперник. Будет ли как-то скорректирована подготовка вообще к чемпионату мира? Завтра уже первая игра. Какие выводы после этого поединка? Ну, скажу, может быть, такую банальную вещь, но лучше в товарищеской игре проиграть, чтобы обнажились проблемы, которые существуют в команде. Может быть, как-то повлияло на настрой ребят, то, что матч проходил на запасном поле, на разминочном? Ну, возможно. И я бы еще сказал, чуть-чуть, может быть, благодаря этой игре уберется такое пляжное настроение. В принципе, очень довольны тем, что как бы Мексика показала нам, где наши слабые места. Спасибо огромное, Денис, и удачи в следующих матчах.